Телерадыокомпания «Могилёв» протягивает акцию «750 причин гонориться Могилёвом». Весь юбилейный год на FM-волнах «Радио Могилёв» будут выходить материалы, связанные с житем и историей города. Наши коллеги из «Радио» выходят на улицы, как доведутся у могилёвшан, за что яны любят родный город и чем гонораться. Свой подарок до юбилею подрыхтовали и горожане. Показать не просто книжный летопись Могилёва, а историю города в очами его жыхаров махчыма с допомогой фотографий. Петр Шульгет начал фотографовать у 16. Это был 1976. На свой первый фотоаппарат пленочный ФЭД-2 робил сдымки родного Могилева. Я ходил по Могилеву и сдымал все. Театр, мост, под мостом, Дубровенку, все я сдымал. Драматичный театр – одна со славутостей у Могилева на фотоздымках от 70-х минулого стагодия до сегодняшнего дня. Але каштовность коллекции не только у векторным малюнку, але и во уласных успоминах. Фотоздымки и житевые истории могилевчане-энтузиасты вырашили объединять у городский проект. В идеале я бы хотел увидеть там семейные фотографии, потому что город – это все-таки прежде всего люди. Архитектура, улицы, там изменения какие-то, рельефы, еще что-то – это интересует все-таки ценителей, любителей и так далее. А люди, лица, истории людей, кто приехал, кто переехал, семьи, свадьбы – вот это вот все – это на самом деле то, что интересно, то, что всех касается. Каб долучиться до проекта, достатково опубликовать фотоздымки на своей сторонце у социальных сетках с хэштегом «Могилёв 750». Катерина Балукова, Миколай Соболев, «Новини регион».